Че творим, бро? Меня зовут Сергей Унис, и это потерянное видео в Винди 31. Видео называется «Тебе не стоило этого делать». Когда я открыл это видео, все было обычно. Винди спокойно сидел и делал летсплей. Вроде все как всегда, но игра была необычной. А называлась Google XA. Да-да, именно та, что отправила в больницу больше 1000 человек своими скримерами. Винди поздоровался. Он рассказал, что ему кинули вызов поиграть в эту игру, на что он согласился и запустил игру. Он ввел в поисковике «Привет». Винди увидел первый скример, и он начал жаловаться, что у него болит голова. Начались помехи. Винди читает письмо, которое ему пришло. И там было написано: «Тебе не стоило этого делать. Обернись назад». Когда Винди обернулся, там было ужасное темное чудовище, которое мерцало. Винди начал пугаться своего изображения в камере. Каждое его действие заканчивалось помехами, после которого он делал что-то новое. Теперь он смотрел YouTube. Он смотрел на работающий ролик. Он сидел неподвижно минут 5 с испуганным лицом и просто смотрел на экран. С ним начало твориться что-то странное. Выскочил скример. Он смеялся истерическим смехом, который переходил в ужасный, а затем снова в милый. Винди сошел с ума и стер все данные с компьютера. И он этому радовался. Страшным психом стал наш Винди. Выскочил второй скример. Винди начал терять сознание, но резко очнулся. Похоже, здесь задействован 25-й кадр. Ему выскочил потайной экран Google XA, который не видел никто. Винди выглядел ужасно. У него уже были мешки под глазами, а волосы понемногу сидели. И он с кем-то все время разговаривал, как будто с ним сидел еще кто-то. Хотя мы видим, что там никого нету. Винди выбрал последнюю вкладку. На экране выскочила надпись Google и ужасная музыка, под которой у Винди сидели волосы, а с его лица стекала кожа. Винди нашли его родители, когда он лежал просто на полу, и отправили в больницу. Теперь он жив. На этом все, с тобой был Сергей Унис. Поставил их тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал, а также расскажи об этом видео своим друзьям, они будут вообще в шоке. И помни, это всего лишь мое воображение. Винди Пуська, I love you.